Итак, дорогие друзья, с вами снова фирма «Петерсон», и я Эдуард Петер. И я вам скажу, что я почти у цели, но одна проблемка все-таки осталась. Сейчас покажу, какая. Итак, вот лежит квадрокоптер, все в нем в сборе. Камера работает, двигатели работают, все соединено. Но сейчас продемонстрирую. То есть я вот возьму трансмиттер. И мы посмотрим, что у него сейчас включено соединение нет, да? Ну, давайте сделаем это соединение. Соединим, подключим батарею. Вот он поет свои песни, соединяется. Включаем, смотрим. Ну что ж, соединение есть, ошибки ноль. Теперь я возьму USB кабель, воткну его в плату сюда и таким образом подключусь к плате через компьютер. И теперь самое время включить симулятор. Включим вот эту программочку, которая специально для этого заточена. И соединимся. Connect. Так, он соединился. Смотрим. Если мы начнем наш квадрокоптер поворачивать, то и здесь он поворачивается, причем абсолютно правильно. Стрелка, вот у меня здесь стрелка вперед. То есть здесь у меня камера впереди, и он вперед. И все, гироскоп работает. Отлично. Следующая проверка. Идем в моторы. Так, где у нас моторы? Конфигурация. Моторы. Так. Вот. Мы видим, что первый должен вращаться вправо, второй влево, третий влево, вправо и четвертый влево. Здесь установим на галочке, что мы сняли пропеллеры. Ругается. Давно его не двигали, но подвигаем так. Вот, и теперь следим. Аккуратненько поставим сюда пропеллер. Не будем закреплять его. И вот здесь можно первый, второй, третий, четвертый проверять. Вот давайте мы сделаем. Ну, во-первых, послушаем. Сейчас я включу мастер, вот этот. Мы слышим, все моторы работают. Теперь проверим правильность подключения. Да? Он должен вращаться у нас справа, первый мотор. Так он и делает. Второй мотор должен вращаться согласно вот этому влево. Смотрим. Пошел влево. Третий мотор у нас находится вот здесь. Так. Третий мотор находится здесь. И мы вот здесь крутим третий мотор. И смотрим, куда вращается. Сейчас не видно, куда вращается. Надо включить. Он вращается влево, как и положено. Да? Теперь четвертая проверка. Вот мы видим, он должен вращаться в правую сторону. И мы сейчас проверим, так ли это. Да. То есть этот период закончен. Все нормально. Далее. Теперь состоит задача связать. Связь осуществляется вот этот передатчик, он связан с трансмиттером, да? Мы видим, что он связан. И вот можно было с одним только вот этим, с тремя проводками работать, но такое ощущение, что он и бус
И эсбас, ибас, он эсбас не воспринимает. Что это такое, я сейчас покажу протокол. То есть мне надо их связать каким-то образом. Поэтому я пойду в конфигурацию сейчас. Так, вот здесь советую поставить мультишот. Да? Внизу мы выбираем ресивер. Вот он. PWM RX Input. Хорошо. Сохраняем это дело. Вот здесь сохранение идет. Так, и идем в ресивер. Когда долго не это, он ругается. Трансмиттер, когда его не трогает. Ресивер идем. И смотрим, что вот этот квадрокоптер у нас вообще не двигается никак, да? И при нажатии на вот эти двигаются всего лишь две полоски, а должны две, то есть все. А вот это бесполезно, тут ничего нет. На этих тоже ничего нет. И у меня полное подозрение, что вот что-то вот с этим не совсем, вот с этим, с этой связкой не совсем в порядке что-то. Потому что все в принципе работает, причем работает хорошо и работает правильно. Начиная от камеры, кончая соединение и моторов. То есть вот проблема застряла где-то вот здесь. Или нужен новый вот этот, или я не знаю что. То есть вот так я обрисовал свою проблемку. Кто знает решение, может подсказать. Кстати, для того, чтобы удостовериться, все ли у меня нормально с этой механикой, тут электроникой, я купил маленький серводвигатель микро и подключал его на приемник во все каналы поочередно и трогал ручки. Он откликал, и все ручки, все эти были задействованы, и серводвигатель работал. То есть здесь все нормально. Остается предположить, что собачка зарыта где-то вот здесь, вот в этих, вот сюда, отсюда идет, сюда не приходит, или наоборот, отсюда идет, сюда не приходит. То есть где-то что-то вот в этом, насколько я могу предполагать. Может быть, что-то еще. Не знаю, пока думаю.